Смотри, как аккуратненько жует. А че я ссылки по ним? Просто сам стоит и все. Ты думаешь, ничего забрать, что ли? Нет, вот только осла нам не хватало. Поближе. Все, все, хватит. Он это, придет тут, это его дом. Вообще животное зовут. Решились все-таки, да? Глаза у него добрые. Раз вы первые нашли, забирайте. Нет, спасибо. Мы уснули. Не, ну у нас две кошки, собака, рыба, черепаха. Куда нам? Осла. А что, у нас на балконе еще место? Папа, он так не откусит? Так нет. Лиза, а что ты выходишь? Ты или даешь, или не даешь? Дай я попробую. Это совсем маленький. Ой, да ты не страшный совсем. Так аккуратненько берет. Хороший. Аккуратненько, сами тоже как кошка. Сейчас остановим хозяин и всем посчитает, кто сколько должен. Настя! Я просто боюсь, что в ладошку. Он аккуратненько дает. Ты загладил его. Понравился, да? Конечно. Я вот осла. Да и собаку на осла. Да у нас на собак дороже осла. Тихо, тихо.